Эклеры в домашних условиях готовятся очень легко и быстро. Начинкой для них может стать любой крем, масляный, сгущенное молоко, безе, заварной и так далее. В данном рецепте используется заварной крем. Минимум доступных ингредиентов, и вы приготовите потрясающее лакомство к чаю. Такие эклеры, рецепт теста простейший. Можно готовить с любой начинкой. В данном рецепте это заварной крем из пакетиков, который готовится очень быстро. Для приготовления эклеров обязательно понадобится кондитерский мешок. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Налейте в кастрюлю воду, затем бросьте в нее маргарин или сливочное масло, добавьте щепотку соли и доведите до кипения, периодически помешивайте, чтобы масса не пригорела. 2. Добавьте муку в кипяток и быстро замешивайте тесто, у вас получится заварное тесто, затем снова поставьте на огонь и растирайте до получения гладкой массы, охладите тесто, добавьте яйца и замесите однородное тесто. 3. Теперь наполните кондитерский мешок тестом и выдавливайте его на противень любой формы, классическая форма эклера, длинные пирожные, но сегодня экспериментируют и готовят их круглыми. 4. Я брала заварной готовый крем, его нужно только залить водой по инструкции, но вы можете наполнять эклеры любимым кремом. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Во время выпекания эклеры увеличиваются вдвое, выпекаются они при температуре 200 градусов около 20 минут, после запекания дайте им немного остыть, оставив просто открытой духовку. 6. Наполните кремом при помощи кондитерского мешка и присыпьте сахарной пудрой, отправьте их в холодильник, если вы приготовили масляный крем. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты. Мука, 1,5 стакана, 2 столовые эль, в крем. Яйца, 6 штук, 2 штуки в крем. Вода, 1 стакан. Маргарин, 100 грамм, или сливочное масло. Молоко, 1,3-4 стакана. Сахар, 1 стакан. Ванильный сахар, 1 по вкусу. Количество порций, 5-10. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Жду вас снова.